Hey yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Cat Quest. Ну что, поехали? Так, я не помню, что мы сделали в прошлой серии, но я вижу Бермудский треугольник. Значит, мы разрушили, по-моему, здесь, как оно называется, заклинание, щит. Два города выполнили, и я, кажется, говорил, что мы пойдем к дракону. Поэтому мы так это сейчас и сделаем. Так, ладно, сейчас немного приноровлюсь снова кнопочкам. А, и город, точно, я же хотел еще в этот сходить. Может, давайте сначала городок выполним? Ну, в зависимости от уровня заданий. Ну, лисы, это значит, там не очень высокие такие ж. Но мы посмотрим. Бета-руины. Вон, наш дракон летает. И там как раз две статуи, которые мне нужно прочесть. И 11 уровень. Ну, в принципе, Тайна Востока. В принципе. Можно взять. Давайте попробуем. Кто-то подозрительный бродит вокруг. Помоги найти его. Добрый день. Это моя запрос. Это мой зап... Моя зап... Запроса. Я повар... Вибриса. Как видите, я готовлю мое блюдо рыбное рагу. Мяу, а у тебя много посетителей? Мурси. Но тут так и рыщет некто подозрительный. Он хочет украсть мой рецепт. Вор должен сидеть в тюрьме. Не волнуйся, мы его выследим и прогоним. Окей. Типа, будем ждать, да? Давай понаблюдаем за засадой. Из-за засады. Опа. Вон, тут кот просто без дела стоит. Давай его расспросим. Хопа! Эй, подозрительный селянин, что ты тут делаешь? Что, он смылся? Он сбежал. Но он оставил след за ним. Ну, вперед. А, мяу, он сбежал в подземелье. Расчистить путь, уничтожив всех чудовищ. 15 уровень, ну. Ах, это наши друзья, камни. Бэм. Лучше немного их сразу побить, чтобы восстановить. Утё! Тихо. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, готово. Опыт. Как раз я апнусь. Вот, видите, побил и как раз ману восстановил. Давай, что-то мне даже годное. Это херня, доспехи Скайвера. Скайвера. Так, нет, это более мощные лисы. Ну, скажу так. Пещера немного замудрённая и золотой ключ. Чёрт. Путь. Тихо. Очищено. Чтоб его собаки драли. Сбежал. Двухсмысленно. Мурим. Ну, у нас тут золотой сундук, в принципе. О, еще один след. В погоню? Да, побежали, мурим. Японский дух, мурим. Хам. И? Он побежал по берегу озера. Посмотри издали. А можно побежать следом, а можно и на перерез. Ну, мне как бы все равно, но давайте и перережем. Я вижу его, скорее. Погнали. Стой! Держишь лапой, пеняй на себя. Мию, не надо меня бить. Сэр Давакот, я все объясню. Я повар Мохнолап из западного Лапса. Вибриса есть моя сестра. У нас здоровая кулинарная конкуренция, но в последнее время что-то пошло не так. Ты чё, мяу, это? В последнее время она ведет себя так, как будто не узнает меня. Помогите, она же моя сестра. Ты беспокоишься о ней. Ладно, мы тебе поможем. Мерси. Приезжайте в Западный Лапс, я буду вас рад.
Вот, возьмите это. Это в знак благодарности. Merci, bonjour. Merci, à canary. Лучше не говори тебе об этом, Вибрисе. Следующая остановка — Западный Липс. Липс. Ваншот. Ваншот. Липс. Окей. Ты же тот самый Давакот, ты знаешь, что в темный лес запрещен? Да. А его лавка... Где он говорил? Там, да, значит? Юг... На юге он говорил, да, или нет? Подождите. Я не помню, куда он сказал. Ладно. Сейчас разберемся. Так. Опыта немножко соберу. Морской Давакот. Морской Давакот. Ага, Западный Лапс, все. Расследование на Западе. Принять. Надо всем разузнать о рецепте. Встретимся снаружи. Махнолап. Не доверяю я этому Махнолапу. Посмотри, что он нам скажет. Посмотрим, что он нам скажет. Да посмотрим. Привет! Мы с сестрой хоть и соперничаем, но на самом деле очень близки. Она перестала со мной общаться, когда придумал этот рецепт. В нем-то все дело. Ты точно не пытаешься завладеть рецептом? Нет, я хочу вернуть сестру. Я знаю, какие маршрутами ходят ее поставщики. Мы сможем узнать, что они поставляют. Это будет отлично. Я им вам покажу. Выбирайте, какие из них проверить. Чтобы проверить. Ну, давайте, который поближе к нам будет. Я думаю. Так, сейчас бьем эту лесу. 4 удара, пипец. Блин, давайте сначала... Вот этот, он поближе будет для нас. Там плюс враги, никого нет. Вот черт. Блин, мне бы ускорить свое путешествие. Хотя бы на немного. Опа. Мяу, я вижу бандита. У него ящик с припасами. Тихо. Это ты поставляешь грузы в Восточный Лапс? Стой на месте. Да. Вареный хек. Это меховой комок сбежал. За ним. Куда он? В ту сторону бежал? Вижу. А где его сундук? Где ящик? Бандит указывает на воду, а потом на вас. Мяу, он хочет боя? Он его получит. Должно быть, он бросил ящик в воду. Мррр, возвращаемся. Окей. Но мне снесли всю броню и немножечко, кажется, хп. Так, окей. Что мы можем сделать? Сейчас мы разберемся с этим делом. Потом я пойду убью дракона, и дальше мы будем думать, что делать. А пока что... Данный квест. Вернулись? С пустыми лапами? Ничего не нашли? Этот шерстяной придурок бросил ящик в воду. Он утонул. Ой, мяу. Когда у нас нет выбора, придется расспросить сестру. Может быть, она вам все расскажет, раз вы ей помогли. Попробуем, можем узнать, что с ней случилось. Мурси. Вот, возьми это на... Знак награды, окей. Надо вернуться в Восточный Лапс. Ну, погнали. Опыта вообще мало. Считай, что даже не дали. Окей. Блин, это долгий, конечно, перекаты, ё-моё. Ребят, мне сейчас не до вас. Защищайте свою территорию, я поехал. Оп. Кувырки. Опа. Восточный экспресс. Поехали. Мне нужна помощь в пополнении запасов, окей. Было бы неплохо помочь Вибрисе, прежде чем спрашивать у нее о рецепте. Вы вернулись? Понимаете, обычно мне достают новые припасы.
но поставщик стали очень осторожны, потому что последний курьер пропал. Ой, ох, не может быть. Именно, теперь мне нужна помощь, доставке припасов. Конечно, только скажи, где их искать. Вам нужно будет Пурладийский... Для платы? Пурладий, для платы. Я покажу, где вы можете найти и забрать. Сначала надо найти Пурладий для оплаты, а потом забрать припасы, ясно. Ой-ой-ой, где-то там далеко. Окей. Время катиться, так сказать, кубом. Ну, время нас не щадит, уже целых 11 минут, а мы только выполнили 2 сюжетных квестика. Ух ты ж, ё-моё. Окей. Рыбы плавают в воде. Лисицы прыгают у гор. А я иду чекать камень. Да, у нас богатый выбор. Либо кот, либо компот. Ну это ж пустая пещера. Короче, пустая пещера. Блин, я же ее защищал, вы что, гоните? Мобы снова спавнятся? Это херово. Да, ребята. Это херово, если мобы потом снова спавнятся. Типа защищай, не защищай, а мобы будут заново. Окей. А, это ж тупая эта пещера, пипец. Блин. А можно ее не защищать? Ой, сколько я что-то мага получаю. Окей, перекаты, перекаты. Очищено. Вы подбираете Пурладий. Это волшебный металл. Неужели им расплачивается? Мил. Пора забирать припасы. Вот это вот странно. Типа платят магическим металлом. Чё-то мне это все дело не нравится. Так, я могу? Да, могу через лесок сократить путь к нему. Так, и поступим. Так, это ж ты? Бандитов нет. Они притихли? Горожанина указывают на вас и протягивают лапу. Он, скорее всего, хочет наш камушек. Вы отдаете ему Пурладий. Может быть, открыть надо? Вот фы, где? Так долго, я волновалась. Там территория западного лапса. Они хотели знать мои секреты. Вибриса? Мы просто хотели узнать, что там. Нет, нельзя туда заглядывать. Даже одним глазком? Нет. Не пройдет. Ну ладно тебе. Только глянуть. А это точно не Ребриса или кто она-то там? Вот возьми, твоя оплата. Гр. Я это тоже слышал, Мур. Что-то с Вибрисой не так. Надо рассказать Маханалапу. Пойдем в западный лапс. Погнали. Потому что я тоже увидел, что там нечисто. Может, она скрывает какой-то секрет от нас. Так, давай сначала посплю. Потом ми-ми-ми. С вами возьмем задание и пойдем дальше. Ограбление по-западному. Вибриса пробегала мимо... Мимо с ящиком в лапах. Помогите добраться до него. Окей. А, что-то с Вибрисой не так? Она носится с ящика, как курица с яйцом. Именно так и есть. Надо заглянуть внутрь. Давайте ты его отвлечешь, а я вынесу его из города. У меня замурчательный план. Увидимся в восточном лапсе.
Нет, теперь нам нужно возвращаться сам назад. Это ж, ух, это жестко. Ну ладно. Не буду файтиться, просто качусь. Нужно будет точно какой-то транспорт найти или что. Может, тут что-то есть, я просто еще не нашел его. Потому что вот так вот передвигаться, это очень, ребят, долго. Я вам говорю. Фу. Мил, ладно. Возьми остатки кошачьей мяты, напарник. Это разве не опасно есть? Виверны обожают кошачью мяту. Мы об этом позаботимся, Махнолап. Давай оставим здесь кошачью мяту. Хорошо. Я весь внимание. От усов до кончиков хвоста. Сейчас мы типа подойдем, да, ничего не бывало. Эдакий монстр. Виверны! Карул! Беги! В рассыпную прячься! Виверны, беги! Где? Я их не вижу. Снаружи посмотри. Там везде кошачья мята. Ты в курсе, что это значит? Мяу, спасайся, кто может! Вы куда? Это всего лишь кошачья мята. Всего лишь. Беги, Вибриса, спасайся! Нет, я останусь тут. Беги, Вибриса, беги, беги! Святые печеньки, ладно, ладно. Махнолап. Вибриса убежала. Я мигом, увидимся в кустах. Надо собрать кошачью мяту, пока виверны и вправду не... Так, мяу. Божечки-кошечки, мы опоздали. Они вернулись. Они к нам пришли. Ладно. Не беда. Мяу. Надеюсь, Махнолап успел. Ой, давайте отвлекаюсь на всякий случай, потому что они дамажат все равно много, но я наношу мало. В принципе, если я буду юзать именно постоянно урон, то будет все угодно. О, он у меня. Надо отнести обратно, пока горожане не вернулись. Она скоро обо всем догадается. Задержи ее. Верно. Надо отвлечь ее. Надо чем-нибудь отвлечь Вибрису в Восточном Лапсе. Окей. Восточный Лапс. Восточный экспресс. Поехали. Мой ящик с припасами есть пропал. Верните его. У посетителей аж шерсть дыбом. Это странно. Конечно, они любят мою рагу. Они хотят еще. Но ящик с припасами есть пропал. Интересно, что могло случиться? Я пробовал найти след, но эти глаза такие глупые. Гррр. Твои глаза? Отыщи его. Наведи меня на след. А там я справлюсь. Я хочу выдергать шерсть из вора своими лапами. Ладно, мы наведем тебя на след. Есть, мэм. Ну, давайте наведем ее на след. Здесь она нас не услышит. Надо убедиться, что след не ведет в западный лапс. А, глупо, мешаешь мне. Надо затаиться. Что делаем? Ау, даже так. Вибриса может пройти сюда в любой момент. Мяумент. Это точно есть тот путь? Дорога такая грязная? Конечно. Верь нам. Вы должны найти вора. Гррр. Куда-то мы катимся. Так, окей. Может, мы пойдем в пещеру еще, да? Сходим. Хе-хе. Повеселимся. Боже, вы просто делаете так, чтобы я бегал по кругу. Хм, мы не слышим... Так, мы не слишком далеко зашли.
Это что такое есть? Где вор? Ну, они пытаются нас запутать, но я чую, что мы уже близко. Найди вора, найди его. Да, мэм. Мне точно не все в порядке. Ей завладел снова этот дух. Фу, я успел в последнюю секунду. Пока они не взорвались. Так, в конце концов мы сейчас перейдем. Ну все хорошо. Не стоит так злить вибрису. Она меня пугает. В жизни такой рыка не слышал. Прости, вибриса, мы потеряли след. Так, музыка затихла. Что-то сейчас будет. Вот, возьмите. Вы старались. Пойду успокоюсь. О, Мур. Ой, это что-то не то. Она меня пугает. Вот это рычание. Хоть бы на лап что-нибудь нашел. Пойдем в западный лапс. А вдруг он сейчас откроет этот сундук, и там окажется то, что нам не нужно было видеть. Ты ж... сколько урона. Плюс еще и периодический урон. Так, посплю. Окей, игра сохранена. Поехали. Волшебный замок. Или замок. Или замок. Я не могу открыть ящик. Помогите. Махнолап. Значит, замок. Я все попробовал. Не могу не разбить, не открыть его. Какая-то магия не дает его открыть. Смотри, летает вокруг ящика. Это точно. Надо отнести его Маугу, чтобы его открыли. Нет, только не обратно в тот город, где я начинал, чтобы раскатывать этого нашего короля. Вы что гоните? Это просто сбегать туда и... А нет, стрелка ведет в другую сторону. Фу, это поближе. А, Маук, ты там? Привет, котятки мои. Чем вам помочь? Видишь этот ящик? Его надо открыть. Мрительно. Он закрыт заклинанием на основе Пурладия. Пурладия? Вот для чего он нужен. Мне понадобится выдержанный Пурладий, чтобы снять его заклинанием. Я покажу, где его найти. Так, я куда-то зашел, не туда, куда надо. Окей. Вот. Так-так-так. Так-так-так. Ух ты ж, ё-моё. Через запретную равнину вы что гоните? Хотя ладно, можно быстро проскочить. Главное, чтобы меня вот здесь сейчас не закрыли. Тихо. А, святые охотники, вот теперь я чую большую опасность, исходящую от указанного места. Но выбора у нас нет. Да, пещера на выбор. Новая пещера. Иди же, пассатижи. А мне точно туда нужно идти? Мир руины. А, не, ребят, я думаю, мы туда точно не пойдем. А смысл? А я могу как-то задание сбросить или там того? Блин, это жестко. Историки верят, что странные статуи, которые можно найти во всех уголках Земли, это статуи великих древних. Не, ребят, вы что гоните? Вы подбираете выдержанные пурлади у входа. Я, повезло, можем уходить. Но если только ты не хочешь тут все обыскать, только не вздумай погибать. Я... О, нет, до свидос. Окей, значит, это не так уж стрёмно. Я думал, пипец, 60 уровень, вы гоните? Ай-ай-ай. По 13 наносят свои периодическим уроном. Поэтому нужно просто сваливать отсюда. Да, это жесть. На свой пурлади. Вы даете выдержанный пурлади. Прекрасно, сейчас все будет. Вот так. Чары сработано через некоторое время.
Придется подождать. Сработаю через какое-то время. Окей. Пушистое тебе спасибо. Так. Побежали-ка обратно. Погнали. Сейчас откроем, а там будет какой-то артефакт, да? Там типа шлема. Может, нам дадут часть доспехов от нашего сета. О, ну прикольно. И плюс я не против. Так, кошак. Вначале я посплю, потому что мало ли. Игра сохранена. Не, а я вот, серьезно, вот взял, допустим, нечаянное задание, да, 35-го, если я второй уровень. Как мне сбросить задание? Махналап, ящик открывай... Откроется, как только чары сработает. Подожди немного. Хорошо. Пока мы ждем, надо проверить, как там сестра. Я не волнуюсь. Чуть что, у нее шерсть дыбом. А рычит она как страшно. Моя сестра такая тихая. Она голос никогда не повышает. Она изменилась. Скоро все выяснится. Вот ваша награда. Шляпа Маунка. Пойдем в Восточный Ласт, проверим, как там вибриса. Нет, вы гоните. Ой, божечки, кошечки. Мы даже в этой серии с вами дракона не убьем. Окей. Значит, будем делать вот как. Ребят, давайте на этой серии, короче, мы закончим этот квестик. Дракона будем убивать в следующей серии. Я не думал, что так будет туда-сюда ездить. И я вижу вдалеке чем мельницу, но не знаю, подойдет ли наш уровень до того, до той, типа, мельницы. Потому что там 60-й уровень, это ж. Но мне нравится эта мельница. Я хочу туда сходить, посмотреть, что там. Еще там кладбище какое-то, но мне кажется, там уже высокий уровень идет. Восточное противостояние. Я думаю, что знаю, где ящик. Помогите его заполучить. Это коты с запада. Мы подаем один и те же блюда. Они завидуют. А у тебя же так... У тебя же там брат. Семья ничего не значит. Мне нужно больше котов тут. Больше. Обыскает этот город. Уверена, есть, что ящик там. Миу, ладно. А, теперь она хочет, чтобы мы вернулись туда. Окей. Я оставлю на паузу. И продолжим. Так, нельзя заставлять вибрису ждать. Она из нас фрикасе сделает. Махналап должен вернуть ящик. Окей, я, короче, запись запустил, как вы видели, у меня появилась надпись. Может, еще сейчас сколько-то диалог? А может, он с ящиком сдрыснул? Хм, Махналапа нигде не видно. Повар Махналап, говоришь? Он вон туда пошел с какими-то подозрительными котами. Так. Вот это мне уже не нравится. Ау. Бом-бом. Оп. Сейчас мы сходим к Махналапу. Вдруг он сейчас нас еще обман. Так, там разбойники. Так, опыт. Мао, это один из тех бандитов. Мао, он сбежал? Да ёшкин кошкин. Задолбал. Два бандита указывают на вас. Ой. Не указывайте когтем. Это невежливо. Святые котники, они такие вредные. Да как они посмели разделиться? Ага. Не забудь найти наилучший путь на карте. Ой, спасибо. Наилучший. Наилучший-то туда пойти. Еще как раз в храм заскочим. Не, понятно, что типа лес, опасности. Опасности жесткие. Ух. Не смей настыкать. Бандит тычет и машет лапой. Ох, пушистый боженька. За ним. Окей. Ну, сначала я забегу в храм.
Волшебный храм. Так. Ледолап. Замедляет врагов и охлаждает их пыл. Изучить навык, да, изучить. Сколько мне как раз золотых нужно узнать? Я же хотел еще золотой ящик открыть. Так. 5 кусков у нас как раз с вами. Окей. Это очень хорошо. Статуя, смотри, тут какая-то надпись. Драконья война принесла много горя этим землям. Ну, знаем мы о ней лишь то, что довокаты стали орудием нашего возмездия. Поищем еще, поищем. Вот еще какая-то... Ой, сохранюсь, а то сейчас сольюсь, чтобы хоть подсюда начать. Потому что у нас уже время подходит к концу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тут происходит. Что... А, что тут происходит? Махнолап. Помогите. Из меня энергия вытягивается. Зря он связался с черным рынком. А потом попытался дать задний ход. Мяу. Хочешь спасти его, пушистую задницу? Сдохни вместе с ним. Мяу. И чё это за дерьмо? Пурлайди, призыв. Пурлацкий... Ох, ты ж, ё-моё. Вот так, мяу. Окей, окей. Да ё-моё. Всё, готово. Сейчас я как раз еще апнусь, отхилюсь. Простите, я не устоял. Я хотел, чтобы мои блюда тоже были популярными. Ты хотел прибрать... секретный ингредиент к лапам? Что это было? Это был тунец. Очень вкусный, но вредный для котов. Так. Ну, вибриса, ну, подлюка. Нет, сестра хорошая. Она была никогда... Она бы никогда. Тут что-то не так. Нам нужен план. Встретимся в западном лапсе. Вибриса, надо придумать отмазку убедительней. Вибрисе нужно придумать... Вы что тут делаете? Это у тебя надо спросить, Вибриса. Мои поставщики нашли припасы, и я пришел забрать их. Мы знаем, что ты скрываешь. Времени на болтовню нет, я вам заплачу. А, Скалайра. Мохнатые шишки. Она нас отвлекла и сбежала. Мохнатые шишки, боже. Мохнатые орешки, ага. Давай навести Махналапа в западном лапсе. Ух ты ж, ё-моё. Это задание у нас какое? В западном, окей. Значит, сейчас я отдыхаю. Здесь тогда закончим уже. Узнаем, что будет. Окей, давайте сделаем так, хорошо. На этой серии уже мы скончаемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, ребята. В следующей серии мы узнаем, что случилось с Махналапом, и мы убьем дракона, да. И пойдем все-таки посмотрим, что было за мельница, если хватит времени. Поэтому всем удачи и пока. С Давакатом мы встретимся позже.